те же самые вопросы с чек-листами решены. Проблема в чем? Одна с федералом, похоже, отстают. Постоянная проблема со основом 3 в ЕРП. Те же самые чек-листы не передаются. Вторичное занесение. Диск МП, вот другие переходы. Я не знаю, почему, вот говорим, что опыт регионов, никто не приезжал, ну, уже несколько конкурсов выиграли. Почему не ознакомиться с годовой системой, зачем тратить деньги? У нас ежегодное обслуживание 400 тысяч рублей всего на весь опыт. Все решено. Построена структура, построено дерево событий, исходящие документы, хранение, передача, согласование распоряжений, приказов на проверки. Чего-то, диск МП, передача по созданию УИ и оплаты по нему. Все есть. Почему мы это не используем? Спасибо. Коллеги, ну, смотрите, я, наверное, попробую так в общем ответить, что я не знаю, был ли на момент создания ТОРГ-КРД у вас уже собственное региональное решение. С 2008 года. Ну, хорошо, видимо, в тот момент, когда мы создавали, когда Минпромсвязь с, ну, не буду говорить, с очень скромной суммой выходила на конкурс, никто, в том числе разработчики вашего решения, не вышли и не предложили. Ну, по какой-то причине. Да, и... Я к Донскому ездил, выступал в свое время. Приехал, не знаю даже. Но, нет, хорошо, да, давайте я скажу по-другому. У нас все же здесь не конкурс выбора решений и продажа конкретного решения. Смотрите, есть опыт. Вот есть опыт. Получается, что сейчас... Наверное, решение только НД. Мы свою систему должны отравить, или все-таки будем искать решение передачи в вашу систему какой-то модуль. Вы вправе остаться на своем решении. Вы не можете тратить деньги. Мы не хотим их тратить деньги, мы хотим работать. Если благодаря нашей системе можем встать, иначе 300 тысяч вложений. Используя систему, у нас 1,5 миллиарда доход бюджет того, что мы используем контрольно-надзорные именно по регламенту информационного. Вот, коллеги, а вот здесь самое главное, что у вас же вот этот и доход, и успех, он не благодаря, не только благодаря системе. Система — это инструмент. Потому что вы уперлись и сделали, и как бы с самого верха затолкали всех вплоть до муниципалитета в эту систему, и работаете в ней, все вы делаете. И поэтому у вас эффект такой. Не потому что система, да, есть там система чуть больше, чем чуть лучше. У нас сделали, по сути, электронный регламент действий инспектора. Сверху донизу. Главный инспектор руководит до последнего исполнителя. Ни шага влево, ни шага вправо. То есть нет ошибок инспектора, прокурорские проверки, по сути, пустые от нас ходят, потому что придраться не к чему. Не может инспектор ошибиться, потому что сделано все. Давайте все вместе поработаем. Давайте мы вместе поработаем, но, опять же, повторюсь, это не совсем даже вопрос к системе. Я вот это Это организационный вопрос, вот, и он не решает, вопрос, да, там и как раз ваш опыт нужно переиспользовать. Да, пожалуйста, как... приходите, мы хотим дать. Что, коллеги, предлагаю на следующую как бы встречу, которая будет планироваться, просто вам с докладом выступить и, собственно, рассказать, поделиться. Я могу, можно подойти, у вас есть тема? К сожалению, пока что у нас совершенно мы с графика вышли, поэтому вот, все говорите, остальное можно в рабочем порядке здесь обсудить. Мобильная реализация, вот мобильная реализация.